смотрю через Violator. Меня зовут Стэнио, и у меня есть тайна. Я разговариваю с мертвецами. Привет, красавчик, как дела? А, черт. Ты облажался. Из-за тебя погибли люди. Секреты мертвецов нельзя раскрывать. Теперь ты проклят. Думал, это тебе сойдет с рук. Я тебя из того света достану. Весело. Но я не мог предположить, что столкнусь с настоящим ужасом. Мне нужна ваша помощь. Что происходит в этом доме? Вы не понимаете, с чем столкнулись. Существуют истории, которые нельзя рассказывать вслух. Твой сын полюбит меня. Точно. И вокруг никаких соседей? Дома на этой стороне еще покупают. Я еду в командировку. Во всем слушайся Ширин, хорошо? Она мне не мама. Как ты? Ты ведь в курсе, почему дома на вашей улице пустуют? Какой-то несчастный случай? Их было несколько. И все на этой улице. А мертвый человек может вернуться обратно? Нет, не может. Лукас, с кем ты разговариваешь? Мальчик на другой стороне улицы. Кто здесь? Он хочет со мной поиграть, но он боится существа. Это оно. Лукас, ты где? Лукас! Лукас, где-то здесь, я чувствую. Забудьте про него. Уезжайте. Заклятие. Первый зум-хоррор. 100% положительных рецензий. Привет. Привет. Всем привет. Привет. Родина. О, Кэролайн. Привет, Тедди.
Тедди! Мы используем технологии, чтобы связываться друг с другом. Давайте выпьем для храбрости. Все в кадр. 3, 2, 1. Но что, если мы свяжемся с кем-то из потустороннего мира? Вы еще не пробовали? Это новое приложение для спиритических сеансов. Очевидно, что все мы далеко друг от друга, но я не вижу причин, почему дух не сможет общаться через интернет. Это будет весело. Образуем круг и визуализируем. Дух, мы призываем тебя использовать нас для передачи любого сообщения. Если здесь кто-то есть, пожалуйста, дай знак. Что это было? Хейли, это ты? Очень странный звук. Хорошо. По-моему, тут что-то есть. Видите? Прикольное приложение. И кто-то из потустороннего мира. Мы связались с чем-то. Оно собрало из сети все самые жуткие кошмары и делает их реальными. Это плохо. Я же просила уважать их. Начнет использовать технологии против нас. Каролайн, обернись. За тобой твой клон. Не звони мне. Отвини! Давайте я выключу фильтры. Астрал онлайн. Прими участие в спиритическом сеансе. Раз, два. Демон заберет тебя. 3, 4. Запирайте дверь в квартире. Наконец-то наши скитания закончились. Здесь мы начнем с чистого листа. Я не хочу спать в комнате с дедушкой, мне страшно. Благослови, Господи, нас, еду, которую мы вкушаем. Здесь обитает что-то жуткое. Нужно обратиться за помощью. В этой квартире всюду послания. Какие? Вам нужен специалист по демонологии. Посторонний не поможет. В доме 32 происходят жуткие вещи. Там что-то потустороннее. Оно парализует нашу волю. Раз, два, демон заберет тебя.